И всем здорово, ребята. Итак, это я, мистер Артур. Я играю в Майнкрафт. Jailbreak. И да. И увидел самую вот эту полицейский. По-моему, он должен выбраться отсюда. И что-то есть. Пойду по двери. Двери закрыта. А ну-ка. По-моему, он добрый или агрессивный. А ну-ка. О. Это... Блин, ничего себе. Блин. Вот. Ну все, побежали. Он идет. Где он? Блин. Ну все. Сейчас, так, по-моему, да, теперь могу идти тут. А что тут? Хлеб и, как тут? А, ключ, а, и карточку. Так, по-моему, он тут, наверное. Положу в пятое место, чтобы удобно было. Ой. Ну все. Ого. Возьму их с собой. И эту с собой возьму, и это. Сейчас брони одену. И все, одел я. И также броню. То есть как вот этот защита взять с собой. Он прямо вот здесь, наверное. Итак, готово. Итак, все, открылся проход. Ну все, отправлялся. Все. А тут темно, я не вижу. О, и что-то есть. Ну-ка. А ну-ка, здесь темно. Так, я вижу свет. А то же самое. Ну все. Итак, я уже ломал. И тут... Ай-яй-яй. Итак. Опа. Все. Здесь кто-нибудь есть? Вот и здесь. Ого. Все. А теперь буду отправляться вот сюда. Это с самого выхода. И опа. Есть. Еще тут они. Ой-ой. Ну все, пора убегать. Блин, ну все. Все. Нету никого. Все, я побежал. Все. Здесь выход. Итак, опа, и остался проходить паркур. Ну все, давай-ка, ой, вот все, это будет очень долго. Опа, все, опа, и еще один, и да, давай-ка, о, идеально. Все, ого, да, да блин, все, подожди. Итак, я уже почти дошел к самому точку и давай, yes. Так, можно ломать, да, идеально. Так, ломаем, это все. Я питался. Итак, остался еще немножко
Самый большой точка остался. Давай, давай. И так. Давай, давай. И все. Игра пройдена. Вот все. Я прошел эту карту. Создатель карты Брикс. И да, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы когда-нибудь скачали эту карту Майнкрафт, и ну да, и всем пока.